Вот какое хозяйство у Веры Михайловны. Они эти пришли со мной разговаривать. Большие уже. Что вам надо? Что? А там бедного индюка щиплет они, он такой важный ходит. Я его потом... Когда я выхожу, когда я покакала. Веру Михайловну можно заснять, пока она покакала? Вот такой индюк красавец. Ангуси его за задницу щипает. А он, Вера Михайловна, в туалете стоит, вся улыбается. Счастливая покакала. Получилось. Получилось. Ну-ка еще этих. Вот он какой красавец. Красавец такой. Сейчас еще Анфиску покажу задницу. Ну покрутись, покрутись. Покажи, какой ты красивый. Сниму, сниму. Сейчас я и эту тоже. Он, видишь, сейчас его за задницу гуси щиплет. Вот он. Уж не пускает его. Ну давай, давай, иди сюда, иди, вот сопля красная. Ну! Они какие бедные, гоняют его. А там индюшка вон беленькая стоит. Такая. А там сзади там пруд, болото и речка. И лес. Бесконечный лес. Конца нету его. Это каток. Кроликов снимать не буду. Сейчас еще кошку покажу. Анфисочку. Вера Михайловна с ней разговаривает. Анфиска каждый день приносит нам мышку, землеройку. Вот да. Она какая красавица. Анфиса. Анфиса. Сейчас она ушко почешет. Анфисочка. Да, ну посмотри на меня какая. Да, такая девочка хорошая. Такая умница. А, или у тебя видео? У меня видео идет. Вот она, Анфиса. Анфиса, все, пошла за хозяйкой. Хозяйка полетела. Пойдем за кирпичами.